Вот такой красавчик мухомор спрятался. Красивый грибочек, но несъедобный. Всем привет! Мы снова пошли за грибами. Вот такой вот красивый большой гриб я нашла. Сейчас его срежу. Вот. Вот такой хороший грибочек. Я думаю, он там целый внутри. Но я его сейчас разрезать не буду. Вот только на данный момент мы набрали. В основном под березовики. И вот эти желтые, я не знаю, как они называются. Подосиновики или как. Вот столько мы уже набрали грибочков. Грибочки хорошие все. Ну, в общем, будем собирать. Еще такой вот красивый грибочек мы нашли. Шляпка прям. Не шляпка, ножка такая. Вот я срезала. Вот, смотрите, какой красавчик. О, рука моя. Смотрите. Такой вот грибочек красивый. Вот нашли такой здоровенный. Большой. Такой вот. Надо маленький. И еще вот наступили, правда, на него. Вот, ну что, я сейчас его срежу. Вот такие грибочки. Вот такой большой гриб. Вот я срезала. Вот такой грибочек большой. Вот я держу в руках. Вот тут три грибочка, четыре. Вот я иду к своим сеткам. У меня сын ходит, смотрит, пока я срезаю. Ищет, потом я иду срезаю. Он не хочет срезать. Хорошо, сейчас. Много там? Да. Сейчас иду. Сейчас я срежу. Вот. Вот столько грибочков мы набираем. Я еще тут нашла целую полянку. Вот еще грибочки мы нашли. Такие хорошие, жирненькие. Один. Вот, под травкой спрятался. Вон там еще один. Сейчас я срежу. Сейчас срежу, кучку сделаю и сниму. Вот я срезала. Вот такая кучка получилась. Целое семейство. Вот такой вот белый. И вот большой белый. Такие хорошие грибочки. Все чистенькие. Прям так приятно посмотреть на них. Прям уже слюньки-слюньки текут. Еще вот нашли вот такие опятки. Растут на дереве. Вот. Мы их собирали тоже, кушали. Они съедобные. Вот. Вот еще нашли один такой здоровенный гриб. Сейчас срежу. Свалила я ножку. Вот такой вот моя рука. Такой здоровенный грибочек. Хороший, весь целый. Вот, и вот рядом маленький такой же. Вот он маленький. Сейчас я его срежу. Там, с того гриба. И вот два грибочка. Хороший, целый. Ух ты, тут что-то не полночки оставила. Вот. Ну вот, что мы набрали. Здесь вот одна сетка. Вот такой вот. Вот так я разрезаю. Немножко червиво его, но я обрежу его. Так жалко, здесь все чистенько, хороший грибочек. Дела. И вот здесь грибы. Вот две сетки. Мы пошли домой. Что по дороге.
пошли домой. По дороге встретятся грибочки, еще срежем. Ну, рядом вот здесь вот. Даже в лесу-то не ходили, возле деревни. Вот сегодня опять набрали грибочков.